покажу вам меню Томита. Что почем? И кура, то бико, то бико. Сет сашими 159, 600 рублей, грубо говоря. Вот, роллы. Ну, грубо умножать на 4. Получается где-то по 200 рублей роллы. 200-240. 200-240. Есть. Обслуживают по одному. На вынос. Пришел и вынес. Вот. Включили, теперь ничего не видно. Так, мои персики. 3 кактуса драгона. 40 донгов. В общем, 120 рублей, по-русски языком говоря, нет. 160. 160 рублей на 3, ну где-то вот 50 рублей стоит такая вот штуковина под кактусы. Вот. Ну, штука полезная безумно. Считается для желудка там и так далее. В общем, лечебный целебный кактус. Вот он. У меня такие 3 штуки и персики. Ну, персики не блеск, но они, пардон, по 80 рублей кило. Это уже просто, когда ты понимаешь, что радости в жизни немного, ну, себя хоть едой обрадовать. Да, есть такое. Я, как понимаю, в эти дни отсидок всяких по домам люди начинают питаться. Ну, потому что, а что делать-то? Когда ты бегаешь, ты толком не ешь. А когда ты сидишь дома, тебе очень хочется есть. Вот глубоко жареные суши. Прикольно. Глубоко, сильно жареный лосось. Ананасовый чай. И что тут еще? Водоросли. Не полезно, но я не хочу. Вот. Улица Варидамк. Мало что работает. Еда на вынос работает. Вот жду свою еду. На вынос вон там ее делают. Ну вот. Вот сегодня 9 июля. Намордниковый день. День, когда всем сказано, что просто так не шляться. В Сайгоне, говорят, за ходьбу непонятно куда оштрафовали. У меня очень понятно куда. Поэтому вот я вышла и снимаю вам. Ну что вижу? Это что, у нас лаванда, что ли? Нет. Черт знает что. Красиво. На наморднике все меняют. О! Еда взята, дальше снимать неудобно, дальше я иду.